идут под дождем на смотровой площадке собора Святого Петра. Очень мокро. Зато народ сдуло, и наконец можно сделать круговую панораму. Наконец-то. Знаете, здесь было вообще не протолкнуться буквально несколько минут назад. А теперь нормально, что, какие проблемы. Нормально, вот я спотыкаюсь, но иду. А, нет, нет, народ все равно здесь толпится. Толпится. Вот. Ну, попробуем проползти. Попробуем проползти. Все еще пробуем. Пробуем, нагибаемся, пробуем. И почти, почти дошли. Вот. И там всех смыло. Всех смыло. Сейчас попробуем заснять. Да, очередь рассосалась или перебазировалась куда-то под крышу. Вот. Главная площадь Ватикана. Собор Святого Петра. Так, все фотографируются. Я быстренько пробегаю. Быстренько пробегаю. Очень много народу. Очень много народу. Надеюсь, камера выдержит. Уже я продолжаю снимать. Подниму вверх. И, конечно же, пробка. Конечно же, пробка. Все, я застряла. Я попробую пройти. Я дошел. Ничего вот, себе. Вот такая круговая панорама на смотровой площадке собора Святого Петра в Ватикане.